Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас будет с вами десерт. Это моя любимая серия декоративная косметика. И я вам покажу новинку серии Giordani Gold, тушь, новая тушь с невероятной кисточкой. Сначала рассматриваем футлярчик. Кстати, я вам показала, тушь приходит в классной коробочке. Коробочку мы убираем и рассматриваем саму тушь. Она у нас просто необыкновенная. И ее необыкновенность в ее кисточке. Смотрите, это металлическая кисточка. Никаких ворсинок, никаких щетинок, никаких силиконовых пушинок и так далее. Просто металлическая форма кисточки сделана как шуруп. Мне напоминает это шуруп, потому что у нее просто резьба. И по описанию говорят, что это будет просто невероятная длина и невероятный эффект, как будто бы у нас уже накрашены стрелочки. И, конечно, я очень хочу ее быстрее попробовать, но придется подождать, пока я получу свой первый заказ. Но закажу я ее обязательно. Будем пробовать новинки. Не стоит отставать от моды. Следующее. Для тех девочек, которые любят все необычное, все очень красивенькое, нежненькое и сногсшибательно, вот такой силиконовый спонж. Как вы думаете, для чего можно использовать силиконовый спонж? Я бы никогда не догадалась. Им наносят тональное средство на лицо. И говорят, что очень здорово распределяется средство, и особенно это круто в плане для тех людей, кто любит путешествовать, часто куда-то уезжает. Потому что такой спонж легко помыть, просто ополоснув под струей воды, в отличие от спонжей таких или блендеров губчатой формы или кистей. Это что-то невероятное. Кстати, тоже давно хочу попробовать. Обязательно возьму, попробую. Для модниц такая вот красивая коробочка. Мне очень нравится дизайн, который сейчас в последнее время у нас идет. Снимаем картоночку. И здесь у нас в красивом чехольчике маникюрный набор, который состоит из пилочки, специального такого инструмента для того, чтобы отодвинуть кутикулу и удалить загрязнение из-под ногтей, щипчики и шикарные ножнички с изгибом, как положено, все в маникюрном наборчике. И это все так мимишно сделано, что невозможно просто устоять. И к этому наборчику, если уж мы начали говорить про ногти, у нас вышла целая серия лаков. Эта серия Zivan нас балует маленькими лаками. Обратите внимание, их объем всего 5 мл. Это очень круто, потому что они быстро закончатся, не успеют нам надоесть, не успеют высохнуть. И у них классные цвета. Написано еще 10 в одном. Я не знаю, что это значит, но я вам покажу, как выглядят эти лаки. Мы их будем пробовать на белом чистом листе. Итак, давайте приступим к тестированию, потому что больше всего я люблю все пробовать. А вы? Пишите в комментариях. Итак, посмотрим, как цвета будут смотреться в деле. Мы, конечно, будем пробовать их на белой бумаге. И первый лак, код 37897. Сразу рассматриваю кисточку. Кисточка хорошая, закругленная. Ей будет удобно красить ноготочки. И вот сюда я наношу первый оттенок. Такой красивый молочный цвет. Такой нежненький. Просто супер. Надеюсь, вам хорошо видно. Чуть-чуть передвину сюда к вам. И вот здесь же ставлю лак. Следующий лак. Номер 37896. У него такой легкий-легкий сиреневый отлив. О, какой красивейший цвет, обалденный просто. Следующий такой голубоватый, 37898. Ой, ну лаки, конечно, как леденцы, аппетитные, классные. Следующий очень перламутровый, 37905. О, сплошное серебро, надо немножко снять лишнее. Ох, как красиво! Супер просто! А следующий такой натуральный цвет розовый 37901. Вот такие лаки я обожаю. Кстати, если говорить обо мне, то я вот люблю такие цвета. Такой обязательно себе закажу. И мне первые все понравились. Следующий оттенок 37899. Ярко-розовый цвет.
с какой-то с коралловыми нотками, с коральчиком. Так, вот ближе. Следующий. 37900. Очень насыщенный цвет. Аж прям малиновый такой, ярко-ярко-розовый оттенок. А этот цвет такая редкость. Медный оттенок какой-то. 37904. Смотрите, такого цвета, мне кажется, в Oriflame еще никогда не было. Вау! Слушайте, ну это фантастические лаки. Девчонки, здорово, что они такие малюсенькие, мы можем ими быстро воспользоваться. И потом, когда выйдет новая серия, мы уже будем брать новые. 37902. О, невероятной красоты цвет. Что делать? Мне нравятся абсолютно все. И завершаю коллекцию. Самый темный оттенок. 37903. Мне он уже нравится, даже еще его не нанесла. Вау! Что делать? Я люблю лаки. Надеюсь, вы тоже любите их, как я. Смотрите, поближе подношу. Как это круто! Все шикарные. А когда они подсыхают, вот этот дорогой такой глянец появляется. Супер! Отлично! Как же здорово, что у нас есть возможность попробовать, хотя бы посмотреть вот таким образом, как выглядит продукция, прежде чем купить. Надеюсь, вам тоже понравились эти лаки, как и мне. Ну, я от них просто в восторге. Спасибо вам огромное за внимание. До новых встреч. Если видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, свои отзывы, давайте обратную связь. И я вас всех очень люблю. Пока-пока. GoPro Stop Video.